Окей, все, привет, дорогие друзья, с вами Димас, King and Fire, Фонтан, Фликс, Фантом, как всегда, очень много подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Давно у нас не было на канале рубрики «Аниматроники гоняются за нами», так что сегодня у нас кто? Фантом, аниматроник, а мы будем убегать, если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Пацаны, можно убегать по всей карте, нельзя использовать мод «Спайдер мод». А все остальное, оружие даже слабого характера, можно использовать. Так что выживание начинается. Я вижу, как он побежал, я вижу. Сейчас, наверное, первый будет у нас жертва. Пацаны, двойной прыжок есть, вы ж не забывайте. Так, давайте посмотрим, как он будет пацанов гонять. Люблю эту рубрику, особенно когда аниматроник это настоящий человек, а не NPC. Я думал, ты лучше играешь. Никогда. Да, со мной, конечно, ты не поборешься. Я нереальный игрок. А еще и с двойным прыжком, это вообще читерство. Пацаны, он гоняется за вами. Я вижу, шум такой. А, это в Гаррисмоде баг, что бывает, ветер поднимается. Убежал, молодец. Красава, убежал. Даже по приколу не стрелять по нему, просто даже понаблюдать, как он не может никого поймать. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Стараемся поднять людям настроение и всякое такое. Побежал. Да, тяжко ему будет. Не стреляйте, у меня 750 жизней. Так а чё ты так плохо ловишь? Давай лови лучше. Мочите его, раз он плохо ловит. Давай лучше мочи, пока ты никого не убьешь, ты будешь бесконечно. Это у тебя этот день проживающий заново, день сурка. О, уже взял лучше аниматроника, но этот пилпак очень крутой. Ты ж не забывай, что у тебя есть спринтрап, маленький чилипиздрик. Двоих убил? Фонтан. Так, давайте, кого сейчас убьет аниматроник, тоже становится аниматроником и начинает гасать. Давайте без оружки, просто повыживаем. Потому что с оружкой реально мало жизни в этом пилпаке. Давайте на умение. Давай, кого убьешь, будет тебе помогать. Представь, 2 аниматроника, 3. И в конце будет 7 аниматроников против одного. Не, 6 против одного. Решил отстать от меня, видит, что ну никак не поймать. Возьмем в камеру в руки и понаблюдаем, как он будет бегать пацанов и мочить. Побежал. Я в тебя верю, ты сможешь. Опа! Ой, прям в дырку упал, красавчик. Так, надо внимательно следить за ним, потому что это хитрый очень жук. Ты просто еще забыл, что у тебя есть там пилпака, аниматроник, который может ставать невидимым. Ну то ладно, я не буду тебе ничего говорить такого странного. Давай, мочи хоть кого-то, 2 аниматроника уже хочу видеть. Ты взял неудачного аниматроника? Там есть много... О, теперь 2 нас будет... Их будет 2. Так, а где он? А я вижу, бегает. У него бомба на башке. А, надо же не забывать, что теперь 2 аниматроника. 3. Эй, Фокси побежал. Красавчик. Бежит за мной. А вот кто бьет сблизи, тут же нету... А, есть Фокси, да. Хорошо, давайте я буду теперь телепузиком жирным, очень быстрым. Так, сколько нас? 1, 2, 3, 4 против 3. Так, пацаны, да, 7 человек. Все живые. Так, побежали искать их. О, я на правую кнопку мыши могу звуки издавать. А ну, Фокси, подудукай. Не, на правую кнопку. Так, как вы думаете, где эти пацаны? Во, побежал. А, вы же не забывайте, что мы можем тпхаться. А где он? Я вижу, как за ним все бегут. Хочу в центр событий.
убили? Это меня. Привет. Дайте хоть укушу за жопу. Красавчики. Ну что, мы всех убили или нет? Остался один. Так, давайте, ребята, ищем его. По-любому где-то зашкерилась. На крышу давайте допехнемся. Мы уже нашли. Убили его? Вот этот смех ужасный. О, тут труп Эйшен лежит на крыше. Ну чё, пацаны, нашли его? Меня уже давно нашли. Чё, у нас теперь все? Все тут? Ребята, теперь самое главное, знаете, что сейчас будет? Сейчас будет... Не, ну это нечестно от аниматроников взял, а только с одного пилпака все берем. Короче, я хотел сделать битву аниматроников. Давайте разбегаемся, и каждый сам за себя выиграет сильнейший. На счет три. Раз, два, три. Битва началась. Я должен попасть на крышу. Ну что, пацаны, воюете? Так, фонтан. Кто проиграл, наблюдает. Больше не участвует. Просто смотрит, как другие играют. Наблюдает за ними. Так, я вижу, как они хорошо воюют. Так, давайте поможем им. Что, я вообще слабак, что ли? Я же тоже профессиональный игрок, наверное. Иди сюда, щенок. Я тебя убью. Фонтан! Ты взял не с того пилпака аниматроников, а тебя со стороны бьют. Сейчас я сейчас тебе покажу. Ах ты негодяй. Ах, вот так ты с нами. Я к нему со всей душой. А оно убило меня? Смотри, кого я сейчас возьму. Ты? 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 Ну чё, всё? Уже не такие вы все умные? Никого не вижу, всех замочил, да? Ну да. Пацаны, давайте теперь мы сделаем настоящее убегание. Это было все фигня, Миша. Давайте сейчас сделаем так, что мы будем убегать от настоящих NPC. Вот сейчас будет жопа. Ребята, сразу убегайте вдаль карты, берите много оружия. Потому что сейчас будут аниматроники просто всех мочить. И выносить. Так, у нас есть аниматроники, которые вроде убиваются. И это у нас Five Nights at Candy's. Вот, вот эти аниматроники убиваются. Вы готовы? Так, все, у меня уже FPS начинает просаживаться. Ого, их сколько. Давайте удалим чуть-чуть. О, так нормальненько, пойдет. Так, пока они бегут, а я уже хотел этот оружие какое-то взять мощное. Ну, посмотрим. О, вот это движуха пошла. Так, давайте R2-шечку возьмем, попробуем R2 мочит. Шар. Блин, не могу попасть. Ах ты жопо. Пацаны, они хоть убиваются или нет? Давайте проверим. Убиваются. Эй, тут оружие выбираю. Оно мне мочит. Чудище лесное. Иди сюда. Они под воду побежали. А, да ты против меня. Давай. О, фантом разошелся. Молодец. Моя... А, да я хилю. Какое-то оружие взял конченое, как всегда. Ой. Ой. Ну чё? Эй, шары смерти. Серию СМ пошел. Ребят, вот это война, как всегда. Мне нравится грязно, что можно в ней делать, все, что хочешь. Я тебе помогу. Видишь, какая мы команда? Давайте против толпы аниматроников. Шар нельзя взорвать? Эх, ты, красиво было, красиво. Че, всех убили? Нет. Так, давайте в конце, как всегда, мы сделаем что-нибудь интересное и очень красивое. Улетаем. Ой-ой-ой.
пол карты сгорело. Нет, не пол карты. Вот это по-нашему. Вот это жахнуло. И бомбы мои прилетели. Нет, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.